Вот на ваш взгляд, как меняется настроение украинской молодежи сегодня? Ну, у меня там живет сын в Киеве, поэтому я знаю, о чем я говорю, и не только сын, ему уже 17 лет. Не верьте в то, что вся украинская молодежь потеряна. На примере моего ребенка и других ребят, с которыми он общается, могу сказать точно, что для них есть замечательные другие герои, в том числе и Великой Отечественной войны, в том числе они действительно очень интересуются и стараются разобраться, и в своем кругу, кстати, очень негативно относятся к резко радикальным заявлениям своих товарищей, которые поддерживают национализм, украинский национализм. Поэтому это Киев, кстати. Поэтому не все так плохо, на самом деле. Мы поинтересуемся. А ты мне угрожаешь? Угрожает. Я спрашиваю, что ты идешь сюда? Так, да, пожалуйста, я попрошу, пожалуйста, без Вячеслав, не Юрий. Без насилия, пожалуйста, в нашей студии. Юрий, немедленно прекратить. Секунду. Я вообще не понял, что это такое. Мы, знаете... Фильтруй базар, тварь. Это передача или это что? Так, я приношу вам извинения и прошу, Юрий, не нужно так делать. Сайт «Миротворец», знаете? Я вообще не понимаю, что происходит. Просто вы сказали, мы поинтересуемся, человек сказал про сына и воспринял это как угрозу. Какую вы что угрозу? Имели в виду? Я вообще, что происходит? Это происходит на передаче или что? Так, пригласите, пожалуйста, гримера. Я думаю, Вячеслав, вам нужно покинуть эту студию. Я избежание просто, дальнейших я как бы провокаций. Думаю, что я больше покину ее, это точно. Уходи. Спасибо. Мы, к сожалению, знаем про сайт «Миротворец», то, что происходит.